Сегодня четвертый влог у меня, и я хочу сразу признаться в том, что я чуть ли не забыла сегодня снимать влог. Сегодня у меня очень мало всяких файлов, которые я снимала утром, потому что я, правда, я просто забыла про этот влог. Я забыла, что вообще снимаю неделю влогов, но исправляюсь. Сейчас я буду также гулять, сейчас я накрасилась, как вы видите. Сейчас мы с Сашей пойдем опять гулять, но только недалеко, куда-то где-то здесь, в позе своего района примерно. Вот, а пока что будем собираться. Ребята, я только что выложила новое видео, называется «Мой плейлист». Наконец-таки я его давно уже долго монтировала и наконец-то смонтировала, так что обязательно бегом после этого влога смотреть именно это. Если ты еще не посмотрел, то смотри бегом это видео. Продукты и прогулялись. В общем-то, погода очень хорошая. Я только что сняла для вас новое видео. Посмотрите, я сделала вот такую вот прическу. И к своим цвету губам я одела вот такую вот в кофту, водолазку. И мне, кстати, видео довольно-таки понравилось. Очень интересно, очень клево. Прям вот офигенный кадр. Так что я надеюсь, вам такое видео тоже подобное понравится. Так что, возможно, ближайшее лето, в июне, я его обязательно выложу. И вам, я думаю, очень сильно понравится. Ну а сейчас я буду, наверное, опять монтировать для вас новые видео. Вот, ребят, верьте или нет, но мне почему-то безумно нравится эта губная помада. Она очень красиво сочного такого цвета. Прям вот, знаете, для лета очень-очень красиво смотрится. И, кстати, да, как я вам обычно уже сказала, напишите, пожалуйста, внизу в комментарии ваше мнение насчет этой губной помады, идет ли мне или нет, потому что я, если честно, сама даже не знаю, идет ли нет.
решили мы с Сашей приготовить яишенку. Вот именно вот так вот она сейчас у нас готовится. Мы потом ее поделим вот так пополам. И будет очень-очень вкусно. Нам просто очень захотелось почему-то сделать яичницу. Ребята, я только что смонтировала второй влог, вторник, и да, не спрашивайте, сейчас четверг, а я только монтирую вторник, мне еще остался среда, и это четверг, еще завтра снимать влог новый, вот, и на самом деле, я думала, будет проще монтировать влоги, на самом деле, вообще никак не проще, то же самое, что и обычные влоги, это просто очень ужасно долго, очень, наверное, сложно, и каждые эти влоги нужно еще очень интересно смонтировать. В предыдущих влогах я никогда не прощалась с вами лицу к лицу, и в этом влоге я решила попрощаться, сказать вот вам пока. А в прошлых влогах я просто делала конечную заставку. В общем-то, я очень надеюсь, что вам тоже понравился этот влог, этот четверг. Также не забывай подписаться на мой канал и поставить это видео пальчик вверх. Но я вас очень сильно люблю. Сейчас я уже закончила монтировать видео. Сейчас начну, наверное, второй влог монтировать. В общем-то, я вас очень сильно люблю, обожаю. Всем до новых встреч и всем пока.